Всем привет! Сегодня у нас не Урал-весовоз. Сегодня переправу покажу. Тут у нас в городе, в Сплавновском гараже. Здесь это место, где горбулем докладывали. Катер что-то, главное, не утащили его, никуда не угнали. Здесь оставили, я не понял, что, почему. Да, затащили немного на берег, видать, его, чтобы не разморозился. А паром вообще что-то прям в воде стоит. Обычно его катер угоняли туда, куда-то вверх. Что-то нынче здесь оставили. Вон грязь какая была опять. По осени вот ездили. Вон какая нам херню какую намесили. Я, правда, не возил. Что-то мне... А, машину я делал. Что? Всю осень. 3 месяца, считай, машину ковырял. Ничего себе, какие колеи нарезали. Вот что тут горбуль весь закладывали, все перемололо. Там только он дальше осталось нормально, более-менее. Что-то там горбуль держится еще. Посмотрим переправу сейчас, короче. Рыбаки рыбачат. Сейчас приближу, посмотрим, кто там. Отмороженные рыбаки рыбачат. Бурят, да. Нефть ищут, видать, что ли. Или рыбу, как анекдот. Анекдот расскажу один. Мужик лунку бурит. Раз такой голос сверху, здесь рыбы нет. Раз, ладно, в другом месте, отошел чуть подальше, в другом месте будет. Бурит опять. Здесь рыбы нет, опять голос сверху такой. Блин, что делать, думает. Ну, в другом, в третьем месте. Что такое, говорит, как, почему рыбы нету, что-то не поймет такой мужик-то. В третьем месте отошел опять дальше. Опять бурит. Опять голос сверху. Здесь рыбы нет, здесь каток. Вот такой анекдот, короче. Не смешно, но зато про войну. Вот такая переправа, смотрим. Тут, а, тоже эти клетки делали. Я вообще не видел, как тут делали еще. Вот тоже клетками, а тут лесом выложено. Здесь клетки сделаны, и там уже пошла переправа сама на сваях. Ну, нормально, в принципе. Что-то дней за 9 ее захерачили. А в этом году погода что, хорошая? Они сразу на сваи стали делать. На сваи и этими бревнами закладывать. Я вот их бревна пооткладывал там летом, когда лес перебирал, дрова там, да что. И тут это все, такие поровней, которые такие средненькие, откладывал в сторонку. И как раз они пригодились. Ну, не хватило, правда, еще где-то брали. Березу привозили тоже, машины 2, еще 3. И все, она тоже сплошняком такая, из бревен полностью сделана переправа. Ну, здесь расстояние маленькое, не как там, в том году-то вон там делали. Вон там дирижи, вон те стоят. Там расстояние вон какое длинное. И вода большая еще была. Так что в этом году вообще махом сделали. Вон как лед, оно главное застыло, все, они заливали ее, видать. Вон все залито. Опилками посыпали и заливали водой. В этом году не попал я на переправу делать ее. Так что, ну ладно, что, будем в лес возить. Уже с той стороны возят. Давно уже возят, уже неделю, наверное, назад, больше, мне кажется, возят лес. Если не две недели, наверное, уже возят. Давненько уже сделали. Ладно, что, пойду назад. Буран какой-то едешь. Ну-ка посмотрим, что за буран. Ага. Снегоход какой-то. Такой обзорчик небольшой переправы. Вот тут замок стоит. Что за замок? Мужик стоит, строил этот замок. Уже сколько лет строит? Лет, наверное, 20, наверное, уже может. И все, достроить не может никак. Что это такое вообще? Что за домик такой? Главное, на берегу реки сделан. Прет, не боится тут полынья вот тут. Прет прям по полынье. Вон, тут не замерзает речка. Как-то главная погода почему-то такая теплая, как бы вроде бы. По идее, должна вообще полынья открытая быть. Обычно она тут, когда сильный мороз, только вот тут застывает. Вот эта полынья по берегу идет. Вдоль. Там где-то выше тоже полынья такая обычно. В том году там все полынья было. Когда уже 30, там 25 градусов замерзало. Сейчас мороза-то нету. 10 градусов даже нет. Градусов 5-7 стоит тут все. Ну, сегодня подморозило где-то градусов. Где-то 10, может.
12. Так что вот так. Такой домик какой-то интересный. Что за домик такой? Страшный. Замок. Какие-то башни там на нем. Это что такое? Как он называется? Звездочки какие-то. Какие-то еврейские звезды висят. Синагога, что ли, тут какая-то, может? Хасиды живут, наверное. Подпольные какие-то. Из камней какая-то сделана. Как вот средневековые замки делали раньше. Типа такой же какой-то. Кто знает, что про этот домик, пишите в комментариях. И лайк ставьте. А так больше чего-то показать. Переправа, речка, Вишера. Там бумзавод вон. Вот, одно здание еще осталось большое от бумзавода. Остальное все разобрали, там китайцы разобрали. Скоро с этой стороны тоже будем лес возить. Пока еще не вожу отсюда. Еще пока леса нету, короче. Что-то там бригада, трактор сломался, все, что-то не работает, ничего. Как обычно, что. Обычная история. Ну тут уже лес возят. Каждый день машины ходят, лес возят, КамАЗы. Ладно, что на этом буду заканчивать. Наверное. Небольшое такое видео. Обзор переправы. 15 тонн, главное. Знак стоит. Лесовоз с лесом груженный, я не знаю сколько, ну, тонн 20, наверное, будет весить, больше, наверное, мне кажется. Ладно, на этом заканчиваю, всем всего хорошего, удачи и до новых встреч. Такой вот обзор переправы. И домик. Про домик-то рассказываете, что-то говорите. Что за страшный замок? Может, там привидения или какие-то ужасы творятся. Расчлененка какая-нибудь, может. Хрен его знает. Не бывает такого, чего не может быть.